Резонансные покушения на коллаборантов, подготовка России к местным выборам на захваченных территориях и кадровые перестановки российской администрации в Мариуполе. Об этом и многом другом расскажу прямо сейчас. Давненько не было, и вот снова. На этой неделе в двух захваченных Россией регионах Украины прогремели взрывы рядом с предателями. Обо всем по порядку. На левобережной Херсонщине 22 января было взорвано авто назначенного Россией замглавы Херсонской области Виталия Булюка. Водитель автомобиля погиб, им оказался муж другой коллаборантки Людмилы Козловой, которая ранее была депутатом горсовета, но после оккупации волна стремительного карьерного роста занесла ее на должность заместительницы псевдомэра Скадовска. А вот сам Булюк остался жив, в состоянии средней тяжести находится в Симферопольской больнице, рассказали в Скадовском горсовете. Другой случай произошел 24 января в Бердянске, все до боли знакомо. Хлопок, автомобиль и сидящий в нем пособник оккупантов. На этот раз целью стала Валентина Мамай. Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница русского мира Валентина Мамай. Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице, трясется от страха за свою жизнь. Иван Федоров, мэр Мелитополя. Личный автомобиль и коллаборационизм – смесь взрывоопасная. Когда-то ведь это должны понять и там, потому ждем заявления оккупационных властей о том, что вся администрация пересела на велосипеды, в целях уменьшения выбросов, конечно. Получится неплохая предвыборная пиар-кампания, ведь на носу оккупационных администраций местные выборы, которые Россия собирается провести осенью 2023 года на захваченных ею территориях. Ну, как выборы? Имитация. Тем не менее, бурные политические процессы уже стартовали. Это надо ведь еще суметь присосаться к потоку кремлевских денег. На прошлой неделе прислали очередного заместителя фейковой администрации. Это бывший заместитель губернатора оккупированного Севастополя. Но у него есть одна специальная задача – приготовить фейковые выборы, которые они хотят провести. Как сделали фейковый референдум, так хотят сделать и фейковые выборы. Иван Федоров, мэр Мелитополя. А у Евгения Болицкого это тот, что выполняет обязанности губернатора. Одним из заместителей назначен черный пиарщик Сергей Толмачев. Его цель – проложить дорогу Болицкому в Госдуму России. Пока ложится как-то косо. Поясню. Практически всю неделю российские СМИ рассказывают о том, что у путинской армии есть успехи на запорожском направлении. И тут вдруг Болицкий выходит с заявлением о том, что как раз у ВСУ там сосредоточены силы, и они готовятся наступать. Сейчас, конечно, тревожное немножко время, потому что мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья. И они готовятся к контрнаступлению. Мы эту ситуацию видим, понимаем. И, соответственно, готовимся к встрече незваных гостей. Но тем не менее, есть некое продвижение. Вот об этом сообщают СМИ. Здесь да, мы... несколько слов можете сказать? Готовится или нет, точно неизвестно. Вот успехи российской армии в Запорожской области на самом деле нарисованные, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Россияне не могут никак выиграть войну на фронте. Потому они начали новую волну войны на информационном фронте. Уже несколько дней они разгоняют информацию о якобы наступлении на запорожском направлении. Но пропаганда – это единственное, что делают сейчас россияне. Кстати, все вот эти заявления и необычные движения на фронте могут быть спланированной акцией Кремля. И все ради того, чтобы отвлечь ВСУ от наступления в направлении Кременной-Сватово. Такую версию выдвинули в Институте изучения войны. Российские войска могут участвовать в ограниченных ложных атаках на большей части линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские силы от создания условий для начала решающей наступательной операции в Луганской области. Из доклада Института изучения войны. Луганское направление – единственное, где ВСУ до сих пор сохраняло преимущество. Сейчас там устоялся паритет сил. Подробнее о ситуации на этом участке фронта рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Каждый метр Луганской области дается крайне тяжело, потому что после Харьковской операции и деоккупации Лимана прошло, к сожалению, достаточно времени для того, чтобы россияне немножко пришли в себя, потому что они один период со Сватова они просто удрали.
Но потом вернулись и уже заняли позиции, заминировали все там просто вокруг, ну и дороги, и лесопосадки, и леса, админздания, мосты, все полностью, и достаточно, ну, прилично подготовились к обороне. Также он добавил, что потери у россиян достигли такого масштаба, что в больницах региона теперь не хватает мест для лечения раненых российских военных, не говоря уже о гражданских. Потому под госпитали стали оборудовать другие помещения. Крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там пытаются спасти более 600 боевиков. Из сообщения Луганской военной администрации. К чему приводит скопление военных на таких легкопростреливаемых объектах, не понаслышке знают российские солдаты, по расположению которых в Мариуполе 25 января прилетело что-то тяжелое. Мариуполь, хлопок. Сегодня попали в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы мариупольского сопротивления. Место плотно заселено военными оккупантами. Все в дыму, куча скорых и МЧС. В этой казарме базировалось 200 плюс кадровых офицеров кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока невозможно, но что они есть и не маленькие, несомненно. Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя. В Мариуполе на этой неделе разгорались также и политические страсти. Внезапно с поста мэра города сняли Константина Иващенко. На его место назначен Олег Маргун. Этот человек ранее исполнял обязанности начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. В 2014 году перешел на сторону боевиков ДНР. За это его арестовали, но впоследствии отпустили. Тот возможность не упустил и уехал на неподконтрольную территорию. Украинский суд потом приговорил его к 11 годам лишения свободы. Гайки прикручивают сильнее, а о демократии можно вообще забыть. Мариупольцам один за другим назначают руководителей города, не спрашивая мнения жителей. Назначение Маргуна свидетельствует о том, что в городе хотят усилить мобилизацию. Иващенко, по предварительным данным, госпитализирован. Решили убрать, потому что активно отмывал деньги, давал зеленый свет мародерству. Из сообщения Мариупольского городского совета в Телеграм. Но по Иващенко есть и другая информация. Источники мариупольского журналиста Николая Сыченко говорят о том, что Иващенко готовят к карьере в так называемом правительстве ДНР. Ценные кадры выходят. Во-первых, не врет. Вот, например, в апреле 2022 года он говорил, что Азовсталь никто восстанавливать не будет. В то время как российские СМИ еще давали надежду людям. Как стало известно на этой неделе, о восстановлении Азовстали речи не идет. Азовсталь восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно. Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны в СССР. Они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать. Юлия Максимова, директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» в комментарии российскому изданию. А пока экономику региона никто не пересмотрел, то и способов прокормить себя там не так много. И основной источник средств – это социальные выплаты. С 1 марта российское правительство пообещало выплачивать пенсии по законам России, а не как сейчас – единую, по 10 тысяч рублей. Следующий значимый законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам. У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателя, либо государственных, либо муниципальных органов. В таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии. Вместе с тем, что тоже очень важно, выплаты подвязываются к наличию российского паспорта, то есть такой себе способ вынудить людей получать паспорт России. Но даже тем, кто готов это сделать, приходится ждать выдачу документа месяцами. Эксперимент по уничтожению пожилых людей в Мариуполе набирает новые цвета. С 1 января приостановлена выплата пенсий и других выплат пенсионерам, не имеющим российского паспорта. В самом Мариуполе паспорта до сих пор не выдают. Процедура его получения занимает минимум 2 месяца. В пунктах выдачи гуманитарки не просто очереди, а реальные драки между горожанами. Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя. Друзья, ставьте лайк этому видео, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Делитесь выпуском со своими друзьями, отправляйте комментарии, подписывайтесь на канал Новости Донбасс. Не пропускайте выход нового ролика и до встречи ровно через неделю.